новую машину. А что это, как это, а что это у тебя, ну, она с ней как с дурочкой все равно. А что это, тебе это не нравится? Абсолютно нулевая машина, я не знаю, там, вчера там или позавчера из салона. А это уже не нравится. А он помял бампер башкой, все. Ну ладно, ладно, ладно. Тут у нее там есть тоже, чтобы не перебыть палку. Хорошо, будет тебе машина. Мне нужна машина дороже еще. Хоть какие-то деньги, ну еще что-нибудь. Пока все. Понимаешь, она не может придумать, чем бы ее по деньгам обидеть. Все, едем. И вот тут на ангела точно такая ситуация, как у мужа и у жены, когда ангел вдруг зашевелился, понимаете? Шлеп. Ой, он вроде жив. И тут совсем другое у него как бы идет. Не торопись здесь. Уже ты шепчешь. Едем. И вот этот момент, что... Подождите, ну вот вы же правильная. Вот это вот непонимание. Она верующая. Это получается неверующая. Вот вы же правильная. Вы вся такая, честная. А его вы что, оставляете тут? Что ты предлагаешь? Она его слушает, как, опять же, дурёшку, но выслушает, да? Ну и она скоро... ну дурочка, ну что, чтобы тебя привлекли? А что меня-то? Это вас, это же... Почему? Ты же сбила. А вы сядете... И это вот такая мелкая месть получается, понимаешь? А вы сядете вместо меня, вам же нужен ребенок. И после этого у нее пауза, что уже имя придумали? Да, какое? 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 Пауза. Не твое дело. Все, понимаешь? У нее только был поток хороший. Почему не моя? Я же масна. Не, ну. Во всем меня третируют. Ты не мать, ты производитель, я тебе плачу. А если я придумаю, вот сейчас, прям буквально, вот все. А у нас договор, у нас машина, у нас квартира. Мне квартира нужна прямо сейчас, вот сейчас, все. Она хочет еще что-то схватить. А вдруг урода родишь? А вы не скупитесь, я не рожу. У нее нет, понимаешь, что аргументов очень мало. Я не скуплюсь, я тебе все создала. Идеально, чтобы ты не родила второго ребенка. Насрать. Все, у нее опять кончаются все аргументы. Еще 300 рожу. И смотрит на ангела. Отыграли, знаешь, как будто? Везем его сейчас в больницу. Ну, помочь ему надо. Мягче можно. Да он умрет же, все равно через 10 минут. Если мы его оставим здесь, меня Бог стопудово накажет. Она очень боится это сказать. Это смешно, конечно. Успокойся. Богу ты совсем, ну, блин, ну, сравнить вот это и вообще. Смотрит, накажет, нет, дай урода рожу, умру, нет, у меня вообще вот это все. Вот такая жалость к себе и ко всем. Брось, я тебе говорил, я что, это последний взлет. Я что, ничего не могу, это уже на взлет именно уже не сил человека, отчаяние. Все, ты уже знаешь, что вот это уже все, это же губа такая отбитая. Я ничего не могу, блин. Все. Родишь, гудбай, все, пока, что ты плачешь-то? И это что же, вот, понимаешь? Ну, если не могу. Все. Это же ей нечего сказать. Успокойся, успокойся, я больше не буду. Она ее обнимает, гладит, прости. И вот тут у нее такая хитрая фраза, месть. Вот это надо понять, понимаешь, что после всего вот этого, вот человек... Ты что, тут 2 ресторана, 3 магазина, вообще мне самая крутая в городе. А ребенка не можешь родить. Вот найти этот смех. Но там 100% должен быть этот переход. Тоже мне бизнесменша. И после этого она вырывается и убегает. Пошла ты, все, мой ребенок, и не отдам, не отдам. Вот если бы ты меня не доводил, я бы тебе отдала. Мне не жалко. Но раз ты так, я тебе не отдам. Это чистый спор. И вдруг, блин, он выходит на свет этот ребенок. Ой! И все. Но понять, что все не отдам именно из вот этих всех дел. Потому что тут нет козырей. Понимаешь, 2 человека сцепились, и как их расцепить? А после этого все нормально. Уйду, схватки обычные, все. Ну, это как бы дома помыслить об этом еще. Слепун, слепун.